Серега боец из Ставрополя. Рост 184 сантиметра, вес 83 килограмма, 400 грамм. Возраст 25 лет. Призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою. Серебряный призер 15-го международного турнира воздушно-десантных войск Российской Федерации. В память Маргелова. 4 боя, 2 победы и 2 поражения. Георгий Кичигин. В красном углу ринга боец из Грозного. Рост 184 сантиметра, вес 84 килограмма, возраст 22 года. Чемпион Чеченской Республики по грэпплингу. 2 боя, 2 победы. Умар Вахаев. Рефери в ринге Ашот Ашуген. Надо нас слушать мои команды. После команды стоп не работает. Донаты не держит. Локти не работают. Колени в голову только стойте. Следи за его правилом. Удачи будет по плану. Донаты не держи. Давай!
Давай, давай, колено!
Канаты не держим. Канаты не держим.
Действие! Действие! Дамы и господа, решение судей. Судья Коротких, 28-29. Судья Сакуров, 28-29. Судья Батмен, 28-29. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Умар Вахаев.
Дамы и господа, мы подошли к основному, к основным поединкам бойцовского турнира GFC и Tech Crepe Fighting Championship.